Привет, вы смотрите канал Тип Топ, и сегодня мы расскажем вам о 7 самых пугающих фотографиях. Отпечатки пальцев призрака. С первого взгляда эта фотография не кажется такой уж пугающей. Можно подумать, что на ней видны лапки какого-то существа. На самом деле, пугающая эту фотографию делает ее история. Дело происходило в комнате на третьем этаже. Хозяйка вышла на минуту попить воды, а когда вернулась, то снаружи окна обнаружила эти странные отпечатки. К счастью, с внутренней стороны их не было. И погибнут многие. Семья в полном составе собралась на диване за просмотром телевизора, когда картинка на экране внезапно застыла. Она оставалась такой в течение чуть более 2 минут. Экран в это время был темно-синего цвета, и на нем была надпись «И погибнут многие». Семья была очень напугана этим происшествием и еще долго не могла отойти от шока. Инопланетянин в утробе матери. Все будущие мамы и папы с нетерпением ждут дня, когда можно будет сделать УЗИ, и они смогут впервые увидеть своего будущего ребенка. Как правило, это чудесное событие для всей семьи. Но если УЗИ показало вам что-то наподобие этой фотографии, вы, скорее всего, испугаетесь. Ребенок на ней похож на инопланетянина. К счастью, новорожденный выглядел абсолютно нормальным. Если бы он и вправду был инопланетянином, это наверняка бы попало во все газеты мира. Американские горки сносят голову. Многие любители американских горок часто фотографируют себя, проезжая самый опасный участок, чтобы после поездки от души посмеяться над своей фотографией. Но на этой фотографии крайний парень справа, похоже, не слишком-то доволен поездкой. Кажется, будто он свернул себе шею. К счастью, это не так, это просто неудачный ракурс. Самая пугающая семейная фотография. На большинстве семейных фотографиях можно увидеть милых улыбающихся людей, но герои этой фотографии к ним явно не относятся. Да и живыми они, мягко говоря, не выглядят, разве что маленький ребенок. Его мама кажется умирающей, а вот папа вообще похож на живого мертвеца. Оплавившиеся люди. Люди на этой фотографии кажутся жертвами жестокого нападения. У некоторых из них нет конечностей, а их взгляд остекленел, как у мертвых. К счастью, это всего лишь восковые куклы из музея, в котором произошел пожар. Глядя на них, можно с уверенностью сказать, что мастера по изготовлению восковых фигур хорошо справились со своей работой. Предвидение. В 2014 году воздушное судно компании Malaysia Airlines, выполнявшее рейс из Куала-Лумпур, Малайзия в Пекин, Китай, исчезло в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. Место катастрофы и тела пассажиров не нашли. Погибли все 239 человек, находящиеся на борту, включая 15 членов экипажа. Перед полетом один из пассажиров сделал в социальной сети пост, выложив фотографию самолета с надписью, которая в переводе гласила: «На случай исчезновения вот так он выглядит». Было ли это обычное совпадение или человек, выложивший этот снимок, знал ли он о том, что случится дальше? Точного ответа на этот вопрос не знает никто. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Следующее видео уже завтра. Пока!